Орхидеи, как любой живой организм, подвержены различным болезням, воздействию патогенных грибов, насекомых вредителей, паразитов и прочей ерунды. Для борьбы с этой нечистью человечество изобрело пестициды, ядовитые вещества, которые используются для уничтожения всяческих вредителей, возбудителей, болезней, растений, а также различных паразитов. По целевому применению пестициды делятся на классы. Орхидеи – это растения, потому разбираем пестициды именно для растений. Акарициды – химические или биологические вещества, имеющие цель уничтожения клещей. Фунгициды – биоцидные химические соединения или биологические организмы, используемые для уничтожения паразитических грибов или их спор. Инсектициды – вещество или смесь веществ, предназначенные для уничтожения вредных насекомых, вражин-вредителей. Бактерициды – вещества, которые убивают бактерии. Каждый орхолюбитель должен разбираться в этих группах пестицидов, потому что как никто не застрахован от таких вот неприятных сюрпризов. Лечение орхидей и выбор эффективных препаратов зависит от причины болезни. Все как у людей.